Сегодня готовим скумбрию, запеченную в фольге. Посмотрим, что нам для этого понадобится. Рыбку разморозить и выпотрошить. Аккуратно очистив ее брюшную полость от внутренностей, удалив все жабры с обеих сторон. Промыть скумбрию холодной водой и обсушить салфеткой. На мелкой терке натираем морковь. Лук нарезаем полукольцами. Лимон разрезаем на две части и нарезаем тонкими полуломтиками. Для начинки вместе смешиваем отдельно в тарелке мелко нарезанные морковь и лук. Нарезанные овощи солим и перчим. Добавляем примерно 1-2 столовые ложки оливкового масла и хорошо все еще раз перемешиваем. В брюшную полость каждой рыбы закладываем начинку. И помещаем туда же еще пару ломтиков лимона. Также для легкой кислинки кладем лимон в голову вместо жабер. Сухие пряные растения солим, перчим. И наливаем приблизительно 2-3 столовые ложки оливкового масла и все тщательно перемешиваем. Вот такой вот образовавшейся смесью из пряностей и масла смазываем нашу рыбу с двух сторон, по всей длине от хвоста до головы. Такая смазка не даст прилипнуть шкурке от рыбы к фольге. Фольгу складываем в 2 слоя, не блестящей стороной вовнутрь, кладем на нее скумбрию и запаковываем.
Готовые конвертики с рыбой выкладываем на противень. И отправляем запекать в горячую духовку на минут 20-25 при температуре 200 градусов. Примерно через 20 минут достаем противень из духовки, открываем фольгу. Видим, что наша рыба не прилипла к фольге. И еще раз вот в таком открытом виде отправляем ее в духовку на минут 15 до образования золотистой корочки. Как видим, результат удался. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Пока!